Дорожное полотно из свежего асфальтового покрытия тянется от самого регулируемого перекрестка. Вдоль всей дороги новые заездные карманы, площадки для стоянки автомобилей и желоб для сточных вод. Все это построено немного раньше. Реализация проекта по благоустройству второго микрорайона успешно продолжается. В течение нескольких дней заасфальтирована площадь в районе кафе «Лагуна». Вскоре будут готовы и прилегающие территории у магазинов. После завершения всех работ отдельные участки должны соединиться в единое целое, превратившись в благоустроенную зону, как для пешеходов, так и для водителей транспортных средств. Все это станет возможным благодаря совместным усилиям. Не так давно проходило выездное совещание главы города с предпринимателями, на котором обсуждалась возможность строительства нового тротуара. Собственники объектов торговли активно откликнулись на предложение руководства поучаствовать в благоустройстве прилегающей территории, и подготовительные работы уже ведутся. Очень приятно, что сегодня многие на это откликнулись, не считают, где мое, где не мое, не проводят эту границу, а именно работают в едином ключе муниципалитет и предпринимательское сообщество. И самое главное, что эти проекты, которые сегодня воплощаются не только муниципалитетом, но и различным предпринимательским сообществом, наша задача все дело скоординировать, чтобы все соединилось, чтобы не было никаких разрывов, чтобы не получилось так, что где-то грязное пятно мы оставим. Поэтому сейчас мы осуществляем должный контроль, специалисты наши отсюда не выезжают, контролируют и качество щебеночного покрытия, и качество асфальта, и соблюдение всех технологий. Соответственно, координируют работу и предпринимательского сообщества. Современным требованиям, которые предусматривает местное законодательство, должен соответствовать и внешний вид ларьков и павильонов. Поэтому некоторые предприниматели уже приступили к их реконструкции. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».